Трехкратный чемпион юношеской Олимпиады, бронзовый призер чемпионата мира и Олимпийских игр, а теперь еще и обладатель золотой медали чемпионата мира 2017. Новый рекорд Европы пловец из Ленинского района Евгений Рылов поставил в плавании на дистанции 200 метров на спине. Подготовка и настрой спортсмена – главное, от чего зависит результат. На чемпионате мира Евгений Рылов чувствовал себя уверенно. Выйдя на дистанцию, сразу взял хорошую скорость и пришел первым к финишу. Просто вышел, когда она 200, и для меня это была радость. Это очень радостный день, потому что я наконец-то могу показать весь свой труд, который я наработал. На меня это был кайф. Когда я плыл последний полтинник, это было очень сложно. Здесь очень сложно физически, эмоционально, и мне это нравится преодолевать с очень сильной сложностью. С 2003 года это первое мировое золото наших мужчин. Евгений планировал участие и в других видах плавания, но из-за травмы плеча, к сожалению, не получилось. Во-первых, в связи с этой болью мы ушли со спринта. Мы сняли 100 метров с 50 метров. Мы сняли с эстафеток ролевых, где на нас как бы страна рассчитывала. Это было очень неудобно перед другими ребятами, потому что он же не только номер один в спине, он в стране сейчас второй номер в кроле. Понимаете, да? И поэтому без такого человека эстафета тоже у нас и не совсем сложилось, и не попал в сборную России в призы, например, на 4 по 100 кролем, да? Своего воспитанника тренер Андрей Шишин верил всегда. Он сразу разглядел талант Евгения, ведь парень выделялся среди других ребят. Был активным, любил воду и с удовольствием занимался. Их первая встреча произошла в Оренбургской области. Потом был переезд в Подмосковье. И уже здесь, на базе детского центра «Дельфин», начались серьезные тренировки. А за ними последовали и награды. Самые значимые – это 3 золота юношеской Олимпиады, бронза чемпионата мира 2015 и Олимпийских игр 2016. А в этом году золотая медаль чемпионата мира. Женя талантливый, трудоспособный парень, воспитанник. Андрей, тренер, который любит своего воспитанника и который его загружает настолько, насколько он может вынести, а то ему больше. Мама, которая всегда рядом и всегда помогает. То есть вот это все сошлось. И коллектив, конечно, который всегда поддерживал, всегда любил эту пару и любит, да, и тренера, и воспитанника. И все это, наверное, все вместе дает вот такой результат. Сегодня коронная дисциплина Рылова – плавание на спине на дистанции в 100 и 200 метров. Но это не предел. Женя мечтает стать первым и в других видах. А впереди еще много работы, тренировок и соревнований. Главные из них – летние Олимпийские игры 2020 года, на которые пловец и его тренер Андрей Шишин делает большие ставки.